И всем привет, ребята! Всем привет! Сегодня мы будем играть в Pixel Gun 3D. Зомби. И это уже вторая карта, да, Максюнь? Да. Как вы помните, в посвящении мы себе покусать свинок летающих. О, да, там такие летающие свинки были прикольные. Обязательно посмотрите. Мы, походу, сегодня против снеговичков будем, да? Вот эта вот свинка мы ее, да? Угу. Загасили и поджарили. Прикольно. Так, смотри. Ставьте лайки, если вы любите пить снеговиков. Да. Так, вот опа, стой. Кто это у нас там? Я люблю пить снеговиков, друзья. Ага. Теперь знаем. Так, Максюня, я кого-то кикнул. Так, ну кто тут еще? У меня космо-пестик. Так, это просто... Не, ну они такие ржачные. Смотри, вместо тыквы у них арбузик. В кого стреляем? Да. Ага. Арбузный снеговик. Смотри, это Айс Йети. Айс Йети? Да нет, по-моему... Снежный человек. Ну да, или медведь белый. Так, убрали. Белый медведь не умеет. Ну, тут, походу, умеет. Слушай, снеговики тоже не умеют ходить, а? Меня тут слизняк бьет. Тебя что за хрень? Походу, в этой серии нас немного зажали. Так, все, речимся. Хапеба. Вот мне не лайцов. Вкусняшка. На. А тебя не лайцов? Боже мой. Ой, эти тоже неприятные. Зеленые. Сначала бы вкусняшка. Золотые, зеленые. И голубые. Так. У меня вкусняшки для них есть, смотри. Я вкусняшка. Вкусняшка. Это снежный человек. Да, снежный человек. Пора сваливать от него. Что-то он живучий, да? Что-то они все какие-то сильненькие. Так, смотри, мы сейчас в него... Опа, снайперка. И все. Снайперка. Бедный — это вещь. Цыпа. Цыпа воскрешается же. Так, давай, опа. Перезаряд, и тут патрончики спавнятся. Вообще клёво. Так, ну что там, никто не идет, да? Белая голова. Ой, стой. Нет, он не настоящий. Мне казалось, он настоящий. Так, о, броник. Видишь, вот если они с ногами, когда... Ну, знаешь, мне просто ноги было не видно. Вот, подбираем. Перезаряд. Так, оп. Смотри, у него там этот меч. Что? А, вот она тусит, смотри. Что, девочка. Так, стой. Давай. А почему мы не дай пестик, и она нам не помогает? Не знаю. Нам типа... что, самим все делать? Ну да. Мы застрелили. Дубл кейл. Так, смотри. Эй, что такое? Что? Это мой трон. На колени, холоп. Что за холоп? Ну, короче, я потом расскажу. Так. Мы... На колени перед Иваном Грозным. Перед Сёмой Грозным. Вот. Так. Перед Максимом Грозным. Максим Грозный. Дубл-пыль. Привет. Hello, my friend. Пока, my friend. Привет, my friend. О, лопатки. Лопата, вон что такое, лопата. Мафенд, пока, мафенд. Неожиданно, да, кстати. Вот такое. Кстати, у Йети этих... А что это я? Ну, а что, у Йети похоже головы, как у Слендова. Ага, немножечко. Не, ну Слендер телепортируется, который, помнишь, его вообще да. Прям... Да, надоел он. Сильноват был. Победите босса. Это босс? Я так понимаю. Да. Вкусняшка. Ему... Сваливаем. Сами гласите, босса. Ему что-то вкусняшка не понравилось. Ну на тебе еще. Да ему все равно вкусняшка. Да, ему как-то вкусняшки все равно. Ну, так, пора валить. Сильный, да? Там вроде патрончики были, да? Да. Да. Так, а если его поджечь? Нет. Опа. По-моему, снег боится очень сильно. Поджигается он, по-моему, неплохо. Да. А вкусняшкой? Очень вкусно.
Это меня что-то так отбрасывает прямо от него. Дубл. Войдите в портал. А, тут теперь так. Мне казалось, ну, просто обычно мы сразу просто прошли отлично. А теперь надо в портальчики заходить, видишь? А, с тобой звездочки. Вот это знаешь? Там вроде бы да. Теперь он выглядит лучше. Прикольно. Знаешь что? Камон! Ну? Я думаю, и мы точно будет там последний босс в этой кауче. Эндер-дракон. Ну да, там по карте было понятно. Смотри, все, мы в ад попали. Ад? Отправляемся в ад. Если вы знаете, там есть многие монстры. Темные скелеты, да? Ну это в обычном Майнкрафте. Тут, наверное, что-то другое. Так. Это какой-то... До свидания. Что там за маг? Птаху не трожь. Ты на кого вообще тут? Что это тут? Не. Тебе не. Слушай, меня как-то отталкивает, когда я из этой пухи стреляю. Не, вот. Это и дымами. Мне что-то не очень тут нравится. В аду. И все, и дымами. Не, это призрак. Так. Не. Они над тобой издеваются, Влад. Да, ё-моё, я иду, он тут спавнится сразу. А ты бобёр. Да чё, бобёр. На. Нас окружили. Да не очень. На, паук. Стой, надо их поджигать. Стоп, они же в аду, у них тут везде лава, на них наоборот это не действует. Надо что-то холодное. А, бластер. Не, ну бластер, по-моему, нормально. Да, он холодненький. Ну, не холодненький, а космический какой-то. Возможно, это связано как-то. Так, не. Все. Опа, нет, минус это этот. Это что-то связано. Вот это босс такой. Это босс такой. Ну, конечно, из ада он будет. Так. Что броник, это броник, за броник, там, броник. Да? Так, патроны. Берем патроны, ага. Обалденные. Так, можно и отсюда сизненькие. Отстреливаться. Опа. Паркур. Спасайся. Дробаш не берется. Спасайся. Да ё-моё. Спасайся, Сёмкай. На себе. Ты что-то помнишь? Да в смысле, я же магов. Я магов загасил, я не промазал. Ты один раз помнишь. Ай! Да, ну, яд, это полный ад. Ты же забыл, да? Да какая это разница, главное сейчас валить. Долго их как эта девушка там сидит? Где? Она там на башне сидит, видит, как мы мучаемся. Помучись. А лучше бы она сама помучила. Да у нее оружия нету своего, походу. Она вызвала, а тут и нет. Ну, не знаю. Она что, злучая? Просто, возможно, повезло. А вдруг она чичу? Так, стой, я вот хочу попробовать монету. По идее, надо вот так вот прыгнуть. Нет, стой, не получается. Опа, видел, почти получилось. Най! Слизняк мешает. Да, мешает. Так, я чест, слизняк. Победите босса. Ага, сейчас я запрыгну и буду его расстреливать. Ты никогда не запрыгнешь. Я запрыгну. Давай. О, видел? Я запрыгнул. Это маг. Это демон. Это летающий демон с лагами. Это козлик. Козлик. Эй, козлик, уйди, пожалуйста. Да он от тебя не отстанет. Что это за монстр? Блин, я не знаю. Он идет. Стоп, почему он... Это фиаско, братан. Это реально очень... Это самый сложный уровень, по-моему. Даже сложнее финального того. Так, слушай, нас могут откружить. Эндер-дракон еще. Да, там еще эндер-дракон, скорее всего, будет. Не, ну а это все, это фиаско. Так, мне вот надо вот здесь вот. Что? Вот отсюда отстреливаться, это самая лучшая позиция. От босса? Ну, вообще от всех. Ну, потому что, смотри, тут раз, два, три, четыре. Что? Я думал, босс будет какой-то там из... Ну, вот такой вот. Да. Тут же не все связано с Майнкрафтом. Саш,
назад. Так, сзади, сзади. Опа. Там у нас акулы и маглы. Да, тут окружили. Ой, я бы мог через окно спрыгнуть. Ты бы плафукал. Что-то сегодня вообще не катится, да? Пойдем с друзьями Яндекс Блакона. Это девочка. Девчонка. Так, Максик. Макс. Опа. Буякаса! Ниндзя! Буякаса! Ниндзя! Ай, ниндзя окружили! Не пугай! Я сказал, не пугай! Ты мне самый... На вам бомбы! Буякаса! Ой, я сам себя... Буякаса! Так, слизняк... Я! Огонь падает! Ну да, я знаю, что мало, но не знаю. Да ё-моё, да сколько вас тут уже? Эх, ещё 20, не бойся, Симуся. Ещё 20, не бойся. Не бойся, их ещё 19. Вообще. Это мало очень. Вообще так мало. А 100 монстров? Это очень мало, 100. Да, так мало. Если бы они тебя кузы, видел, что видел? Бы ты делал? Как я запаркурил. Погук. Смотри, как? Смотри, я за него... Опа! И все. Оп. Опа! Оп. Майкаев. Оп. Опа! Оп. Опа! Майкаев. Смотри, опа. Я понял тактику, надо перепрыгивать через этих. Через маленьких надо перепрыгивать. Через малышей. Руки зажали вообще. Жестко. Жестко. Оп. Я маленький. На тебе в прыжки. По-моему, эпично. Призраки. А когда пауки рядом с призраками, похоже и призрак на пауке. Призрак на пауке, прикольно. Так, слушай, надо их победить. Видел, он зарядился надолго. Так, этого сейчас загасит попугай. Надо перезарядить оружку для босса. Ай, там этот подходит. Ну ладно. Все на новое. Перезаряд, перезаряд. Перезаряд. Так, тоже перезаряд. Нам бы патрончиками завестись. Нет, болото. Так, стой, стой, стой. Ага, лавовый. Ну ладно, не такой прям сильный, так что можно вот тут походить, патрончики пособирать, пока не появился босс. Босс появился, блин. Что за? Ну все, кидаем гранату, сваливаем. Недолго с ним будем. Но мы уже два раза продули на этом уровне. Мы должны с третьего пройти. Что там, мазила? Да какой мазила? Он одним ударом нам пол хп сносит. Вон, у нас уже 38%. Мазила. Какой мазила? Мазила ты. К нему ты видел, идти. Сколько у нас этих жизней? А ты наоборот к нему. Я пытаюсь тут выжить. Ты меня еще и поторапливаешь? Давай, давай! Садком, садком! Так. Смотри. Но! Дай, блин, ты видел, сколько он снес? Одним ударом. Козик! Подла! Подла! Козик! Ах ты наглец! Козик! Козик! Эй, козел, лови гранатку. Потихоньку. Слушай, я, пожалуй, свалю тут аптечечку. Почему он бесконечный? Аптечка. Ап, 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 все. Ап, ап, пепка. Какая пепка? Аптечка. Детка. Вон там детка сидит. Дед. Это дед. Это твой папа. Не бойся своего папа. Все, он помер, серьезно? Да. Я не знаю, каким образом он вообще помер, но его, наверное, попугай догасил. Попугай, он боец. Папа, попугай, красавчик. Ты боец. Если мы сейчас пофукаем... Не, если мы такие, типа, падаем в лаву, это фиаско. Почему огненный? Ну, потому что, типа, в аду. Ты огонь. Дальше. Так, это портал к острову дракона, мы нашли его. Ага, ну вот, все, это сейчас мы будем с Андердраконом. Смотри, куда мы падаем. Мы хотим. А, ну да, сейчас надо кристаллы эти разрушить. Потом уже. И там еще и монстры. Вместо эндермена.
там видел таких... Вот, а это что, это кристалл или дракончик? Это яйцо. Или яйцо, кстати, возможно. Слышь, обнаглел? Помнишь, вот этого было под другой? Да, он другого цвета. Что это за ерундень? Это яйцо. Ну да, мы, наверное, как... Чё это? Я его на картинке видел, кстати. А ты тоже? Слушай, тут еще убежать-то некуда особо, прятаться негде, укрытия нету никакого. Тут вообще, по идее, невозможно почти. Надо вот так вот. Вон тут все монстры. Почти все. Ну, все монстры, с которыми мы в этой локации сражались. Опа, надо через них паркурить еще. А смотри, на... по-моему, да? Надо тут убивать только тех, кто стреляют сначала. Нет, это я, похоже, я же это кинул, типа, базуку. Я базукой, когда стреляю, он откидывается. Я базука. Смотри, надо стрелять в тех, кто этот, сам стрелок. О, видишь, я стрельнул и откинулся. Вот, цветы, цветы, цветы надо уничтожить. Цей устынина. Всё, минус цветок. Надо всегда сначала и цветы. И цветочек. Мне кажется, на надо цветы уничтожать. Да, да. Потому что, смотри. Они мне вообще надоели. Цветы, они стоят и стреляют. Они просто а через стоят. Да, через толпу мы не можем. Мне не показалось, и там кто-то стрелял. За тобой? Чё? За тобой осёл. Да я знаю, тут их много. Осёл? Ага. Бабан! Опа, через них... Можно перепрыгивать. Во, смотри. Чики-бомбони. 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 Слушай, вот видишь, стрелки. Вот, и вот эти одноглазые тоже стреляют, да? О, это тогда так осложняет ситуацию вообще. О, их еще больше стало. Вот ямы пацаны сладкие. Оп, оп. Слушай, тут даже бронь. О, броник. Попугай, попугай заспавнился, давай, помогай. Я знаю, нас Эндел Дракон с духу дала. Ага, такой типа стрельнул. Но. Так, давай из пестика попробуем. Пестик, кстати, сильный, ты заметил? Вот на одноглазых он вообще работает. А на цветах? Ну, на цветах тоже неплохо. На птахах? На птахах так себе. Это такая сидит тут. С алмазиком, алмазы тут. Ага. Да, или это цветок сзади. Смотри, цветок сзади стреляет. Там даже два цветка. Опа. Смотри, там собираем, еще один цветок. Так, оп, и все. Ты убил почти. Ну вот, да. Два цветочка осталось. Ой, слушай, вот эти вот, у которых большой рот, они прикольные. Синие. Ржачные. Синие. Вот это вот. Это синие? Возможно. Точно, после свиньи. Ага, свинуха. После свинуха с татухой. Свиньи после были по кути. Угу, так, опа, сейчас мы с цветочком разберемся этим. Чики-бомбони. Да, чики-бомбони покруче, мне кажется. Чем Эндер-дракон? Не, ну, чики-бомбони популярней. А на птах? Ну, так себе, конечно, огнеметик тут. Так, сейчас. У нас же гранаты есть. Смотри, мы, кстати, Васия. Это дом Васии. Мы почти всех загасили. Все. Смотри, нету стрелков больше. Пугай. Помер. Он возродится. Упс. Ё-моё, что ты включаешься постоянно? Ладно, давай снайпером. Привет, толстяк. Они реально ржачные. Ну давай огнемет на них потратим. И Эндер Дракон. А что он такой маленький? Нормальный. Скучно с маленьким. В смысле скучно? Он попугая почти замочил уже. Он попугая замочил. Я не хочу, чтобы он меня так замочил быстро. А, он так близко реально. Так, надо из дробаша. Смотри. Главное, не упади случайно. Ну смотри, он близко подходит, можно его из дробаша гасить. Смотри, мы скажем. Вот, да, кстати, он не такой. Он почти умел. Да, у него был. Робик умел. У него вон половина жизни осталась. Нет. Сейчас надо из дробаша в него. Меньше половины остается. Может, на него огнемет?
От меня все. Выдохнул. Все, смотри, на изи вообще. Он нас даже не ранил. И сейчас будет торжественный момент. Уи! Отлично. Так. И все, мы убили дракона. Изи! Да, это было изи. Ну, сам дракон какой-то легенький был. Почему мы чем малыш? Ничего. Пересеченные миры. У-у-у. Но мы посмотрим их только в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока! Всем пока!